Белая пелена перед глазами сделала свое дело. В вечернее время из Березняков в сторону Перми ехал бензовоз. Впереди на трассе образовалась пробка. Водитель бензовоза не успел вовремя остановиться и догнал фургон «Пежо». Последнего отбросило в грузовую «Газель», а «Газель» затем еще в одну машину, водитель которой уехал с места ДТП. Кто успел затормозить, кто не успел. Так друг в друга и получается, въехали все. Плохие погодные условия. Что ты сейчас скажешь? Виновным в этом массовом ДТП признали водителя бензовоза. Он не учел дорожные условия и не соблюдал дистанцию. В этом ДТП лишь по счастливой случайности серьезно никто не пострадал. Из-за плохой видимости инспекторы ДПС решили помочь развернуться бензовозу, чтобы не случилось еще одной аварии. Проводишь. Сейчас только есть Еврахимова разворачиваться. Да. Только Еврахимова разворачиваться больше негде. Дорожные полицейские предупреждают. Водителям, особенно сейчас, необходимо выбирать скоростной режим согласно погодным условиям. Март готовит нам неприятный сюрприз. В ближайшие дни на дорогах начнется гололедица. Днем снег будет таять, а вечером снежная каша превратится в опасную ледяную корку. Помните, находясь за рулем, вы отвечаете не только за свою жизнь. Сергей Калиник, Лев Сабуров, новости на ТНТ.